Два часа позитива, эффектные танцевальные постановки и любимые хиты. В Краснодаре выступила Ани Лорак. В зале настоящий аншлаг. Блестящая сценография и светомузыкальное шоу этим решила удивить публику певица. Сегодня Ани Лорак известна не только в России, но и в Англии, Германии и Америке. И неудивительно, ведь на конкурсе Евровидения в 2008 году она заняла второе место. Позитивные эмоции. Ани Лорак, как всегда, прекрасно. Прекрасно. Да, я очень сильно ее люблю, она нереально крутая, она поет нереально, она танцует классно. Мы ее все любим, я сама украинка, поэтому она вот здесь просто. Ани Лорак исполнила свои самые известные песни на русском, английском и украинском языках. Зрители очень тепло приняли певицу, а она еще раз доказала, что у настоящего творчества не бывает границ ни географических, ни политических.